Опа! Всем привет, друзья, меня зовут Николай, канал Boy Games. Начинаем проходить первый шанинг. Очередной мод, челлендж-мод. Челлендж-мод мы на первую часть не играли, вот будем смотреть, что тут за херня. Посмотрим, что тут. Блин, свет плохой. Вечером, ребятки, записываю. Днем не получилось. Чё ж тут, блядь, за челлендж такой? Походу, жесткий. А тут нет сундучков никаких, как блин, было в Broken Heroes. Вряд ли, вряд ли. Ну чую, наши задницы гореть будут в этом моде, потому что он не легкий. Он не легкий. Вообще не легкий. Бать, как ты долго базаришь, пиздец. Так, ну ребята вроде те же самые. Вроде те же самые. А не стоит ли закупить хилок, блядь? Чё-то чует мое сердце, что стоит, блядь. А они вот тут точно лишними не будут. Сороковник оставлю себе. Бам-бам-лам-бам-бам, бам-бану-бам. Так, надо... ХП подросли у ребят, прям значительно. Дайте мне походить, пожалуйста. Блять, ну ты будешь ходить? Нет, с самого начала уже начинаешь меня бесить. Йогурт сраный. Субтитры сделал DimaTorzok.
15 хп, немало они, кстати, по-моему, ходят. Ходят не так, как в оригинале, они ходят на полную. Неплохо. Можешь рискнуть. А, блять. Диалоги. Чины ему. Хреново, я тебе скажу так. Учись, ёпта. Конечно же, она не дойдет, но... Набежали, суки. Опять Лоу отнимет двушку. Ладно, люком ударю. Нормально, пойдет. Не похилить, сука, не могу. Что-то он разошелся в самом начале разошелся. Не, ну я не против, конечно. Что-то вы зачастили, не нравится мне это. Значит, впереди какая-то хуйня будет. Сука, не ходит, пидорас. Давайте, пора уже, ребятки, давайте. Блин, у Кена так мало хп. 20 здоровья у гнома, ебать. Не зря я хилки взял, я тебе говорю.
Нет, 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 нет! Какого лешего ты вылез, сука? Охуеть. 5, кстати, хпшек дали, блядь, нихерово. Охуеть, зарядили, блядь. Если б кританул, главный сдох. Двадцать два здоровья, пиздец. Это ж сколько мне тебя ковырять, слышь? Лучший. Надо гномок доубить тоже. Пиздец, манна кончилась, сука. Вот гнида блядская, а? Я так и знал. Я так и знал. Ну, блядь, ну кританул, сука. Ну, я же сказал, он кританет. Я знаю эту игру на... как свои 5 пальцев. А я ничего даже сделать не смог, понимаешь? Ну, ничего, зато прокачаемся. Блядь. Вот ублюдство, а ну он просто кританул, блядь, ну тут никак не увернешься и ничего не сделаешь. Сука, обидно сейчас было. Вен 18 отнял, у меня даже хп, если было фуловое, мне бы не хватило. Опять 14. Ой, бля, 12. Ну пиздец, она, вот, ей надо добивать, а не так делать. Ну блин, это было обидно, конечно, это было обидно. Это было реально обидно. Ну гнида, блядь, что я могу сделать? Ебать, какой уровень прекраснейший. Может, ты так отнимешь, а? Ну, пожалуйста, а? Проститутка дырявая, блядь. Не, ну начало я прикрою, второй уровень тем более по... Ой, блядь, ну ладно, закрой так. Второй уровень, это, конечно, нормально, но, блядь...
Люку дали полное говно, а не уровень. Блять, это издевательство, да? Сколько тебе надо еще? Ай, бред, блять. Может, ты крита не ошь или что, или пизда не ошь там, я не знаю. Мечтай, блять. Вот это вот уровень. А то, что там дали, это, блядь, недоуровень какой-то. Сейчас вот, блядь, вылезешь, его во гномы, блядь, вальнут. А бить надо. Сколько тебе там осталось? Ну да, он получит уровень. Как же в этой части любит скорость давать? Я прям поражен, блядь. Все, пиздец. Опять слив. Да вы охуели, ребят. Да вы охуели, реально, блядь. А, что происходит, блядь? Что происходит, сука? Весело, блядь, весело. Весело, нахуй. Ой, чую, весело будет в этом моде, блядь. Какого хера вообще происходит, я не могу понять. Блядь, зачесалась голова. От мыслей, что за хуйня творится, блядь. Пиздец, бред, блядь. У меня надо было им уровень взять, понимаешь? Пиздец, шутки, шутки, блядь, какие-то шутки прям, блядь, шутки, шутейки, блядь, пошли, да. Ладно, зато прокачаемся, ну, блядь, сколько можно на одной битве сидеть? Весь выпуск? Не, я, в принципе, не против. Поржать я люблю, но не до такой же, блядь, степени. Опять 9, блядь, заебали вы им 9 оставлять нахуй. Ой. Да я игреснусь, блядь. Ну что за пиздец, блядь? Какой пиздец? Я, блядь. Я в ахуе, нахуй. Это пиздец. Это угар какой-то, нахуй.
Я, конечно, все понимаю. Все понимаю. Но два раза слиться в первой битве — это уже перебор, блядь. Это уже перебор, нахуй. Они просто за счет здоровья вывозят. Тупо за счет здоровья, блядь. И это я еще не начинал нудную битву, блять, под номером 2. Ну ничего, нас пока долил в последнее время, да я угораю чуть. А, даже серьезно, блядь, ты добьешь кого-то, вау! Ну, хоть две маны на один краст лишний, блядь, как много-то. О, спасибо, блядь. Какая щедрость! Да-да-да-да, естественно. Пиздец, три моба, блядь, не дают мне покоя. Это какой-то прикол, конечно же, да. Всем приятного кофеёчек. Ах ты сука. Они, конечно, тут вообще не тупят. С какого хрена один 3 отнимает, второй 5? Вот объясни. Объясни по-русски, блядь. Чё за бред начался, блядь? Опять. Чё за бред опять начался, сука? Сука, ГГ просто дохляк, блядь, пиздец. Нет, 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 он опять умер, блядь! Он опять, сука, сдох! Ебать, какой ты дегенерат, нахуй, охуеть. Сука, это смешно, нахуй, это смех, блядь. Это смех, нахуй. Когда такое было? Никогда. Ну, все же бывает в первый раз, ну. Пиздец. Блядь, что же он такой вялый, блядь, вообще пиздец. На пол седьмого, нахуй. Бля, это пиздец. Это пиздец. Сука. Надо же быть таким дебилом, блядь. Это охуеть можно, блядь. Что происходит? Алло, ребята? Объясните мне.
Блять, он просто, сука, его вообще нельзя никуда выставлять. Вообще, блять, он, сука, просто вата ебучая, вата. Вата, блять, ну, бодро, по-другому не скажешь. Ай, вам ему уровни нужны, хоть немного качаться, блядь. Он от гоблинов дохнет, блядь, от гоблинов дохнет, блядь. Пиздец, это охуеть. Я охуеваю. Блять, опять 9, сука. Прикрой его. Это просто, сука, смех нахуй. Две защиты, лучнику, нихуя себе. Лучше бы этому дебилу дали, блядь. Неужто тут ГГ самый тухлый по всех модах, который был? Блядь, это будет пиздец. Это будет просто пиздец. Нельзя вот так выходить. Целитель столько же держит урона. Это, я не знаю, как это назвать. Это пиздец! Целитель держит столько же урона. Целитель, блядь! Сука, это пиздец. Это, блядь, надо отходить, кстати. Вымыть его. Или вот так кинуть. Это пиздец, ребятки. Я в ахуе. Я понял тебя, игра. Блять, тебе кто дает право, сука, пидорасу, блять, вылазить нахуй, как ты затрахал меня. Почему пати такое слабое? Почему? Да. Сука. Ёбаный в рот. Громкость убавил нечаянно. Почему так плохо?
Боже, объясни мне, почему так плохо, блядь? Блядь, да вы затрахали меня, сука! А он не может полечить. Ну, хотя бы уровень получит. А хотя не получит, не хватит там. А, 33 даже. Блядь, дегенеративный опыт, нахуй. Это... А, да-да-да, ему же не надо покупать. Всем купил, ему не надо. Угу. Еблан, блядь. Меня этот мод уже раздражает. Блядь, это пиздец. 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 Ха-ха-ха-ха! Что? Что происходит? Почему так слабо? А, блядь, забыл сучку воскресить, ебучку, блядь. Блядь, что ж начало вообще не задалось? Просто не задалось, блядь. Да ёбаная в рот. Сука, руки бы оторвал тому, кто на первый слот, сука, сохранение поставил. Я в ахуе. Я в ахуе, сука, с него. Какой он плохой, никчемный и убогий. Он не держит удары вообще. Он просто от слова совсем, блядь. Вот приходит тройка, два гнома и, блядь, нахуй кентавр. И пизда, пиздец. И, блядь, это уже не смешно, реально. Блять, ты по три только что отнимал. Что происходит? Объясни мне. Не, ну мы не из таких, кто сдается-то, это понятно, но, блять. Я просто не понимаю, что с главным происходит. Почему он такой тряпочный? Мы что, на первой битве 10 уровень апнем, блядь? Тогда вот только пойдем вперед. Ну, как вариант, да. Да. А ты хули думал? Охуеть! Это же просто... Ну это же, блядь... А тут этого нет статы этой, блядь, как в второй части. Сука. А все равно ты уже можешь сам посчитать, сколько раз он сдох. Сука. Не, я в ахуе. Ничего же сложного нету, ну дохнет просто никчемный, дохнет, блядь. Просто дохнет, я не знаю, что с ним делать, блядь, уже. Вообще его не выводить, но ему опыт нужен. Я охуеваю! Ю-ю-ю-ю-ю-ю! Может, я что-то делаю не так, я не знаю, но... Это пиздец!
блядь, ну ты серьезно, ну тебе там осталось опыта 10, наверное. Ну, блядь, ну что ж ты делаешь-то? Ну почему так все дерьмово началось, а? Хорошее начало, хорошее. Конг лучше держит, чем этот дебил, блядь. Сука. Это пиздец. Это пиздец, блядь. Это пиздец, блядь. Я буду много материться, походу, в этом моде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это жопа. Это жопа. О, три брони, хорош. Блять, сейчас же эта хуета полезет, всякая гномья, вот эта пидоросня. Зачем ты его убил? Зачем ты главного открыл? Блин, уйди, уйди отсюда вообще. Да раз. Ну, с какого-то раза мы уже пройдем. Я уже сбился со счету. Сука, попущенная игра, блять, именно сейчас надо было походить ёбаному хиллеру. Так, ну все, надо разбирать их. Нина, иди. А мы хотим, ну, если вот отсюда попробовать. Блять, у нее манна кончилась, ёбаный свет. Блять, он его везде найдет, сука. Хорошо, он, блять, закрытый, а? Реально, блять. Я надеюсь на Гонга. Если эта тварь не походит сейчас, это будет шок контент. Сколько модов прошло, блядь, с такой хуйней впервые сталкиваюсь, я охуеваю. Я охуеваю. Ю-ю-ю-ю. Ру-лю-лю-лю. Толку. Блин, а он сейчас сдохнет, кстати, опять. Знаешь почему? Его дамажит через клетку кентавра, а добивает гном. Вот так надо вставать. Да ты сука. Паук его. А, либо сейчас он кританет, кстати, как в первый раз. Это... Блять, зачем? Ну зачем?
Как ты меня заебала! Блять, и не ударить, ну сука. А у тебя нет ничего. Это сейчас повезло, что он закрытый был. Просто повезло. Ура! Бой прошли первый, сука! Охуеть! Охуеть достижение, ебать! Охуеть достижение. Первый бой прошли, блядь. Пиздец. Пока, блядь, вылезешь отсюда, как обычно. Да, такого тряпочного главного героя давно не сували нахуй в моды. Либо я реально забыл, что он такой говяный, либо тут бафнули противников. Понятно, челлендж мод, но, блядь, челлендж мод челлендж модом, но, блядь, ну не так же охуевать с самого начала, ну, хотя почему бы и нет, да? 4 отнял, 4 получил. Пиздец, логика нахуй. 0. Кофе кончился еще, блядь. А с какого хера гном стал таким бронированным, блять, а? Ну, про своего лучника я тоже могу это сказать. С какого хера лучник стал такой бронированный? Он таким никогда не был. Ладно. Да что ж меня сопли одолели, ё-моё. Нет! Надо на кентаврах. Надо, а как надо, блять, а еще много чего надо дальше будет. Ладно, разочек можно. Семнадцать атаки, блять. 17, а толку, блять, 0. Блять, сколько отнимает, столько опыта дают, я угораю, но. Да сука, серьезно, что ли?
Надо же, ну хотя бы гномы перестали пробивать. Точнее, гоблины. Гномы-то будут пробивать. Да, хорошо, стартанули, блять, хорошо. Это сарказм, если что, сейчас забыл. Может, ты отнимешь пятерку, а не четыре? Блять, заебал рандом этот ебаный. Хотя не, нихера не рандом, одинаково отнимает. Это пиздец, ребятки. Давай. Долго лезем, долго. Даже комментировать просто особо и нечего. Сука, не мог добить, мудак ебучий, хотя ладно. Бля, оуи. Очень скудно, пока очень скудно. Блять, я не понимаю. Он то отнимал у него, блять, по 6. Хотя это гном, по-моему, был. Блять, ну это пиздец, я, это рандомный какой-то урон, блять, я не могу пока привыкнуть. А его тут зажали. Будем пробиваться.
палка его нахуй. Это, конечно, все здорово. Но его надо добрать. Добрать, я, сука, сказал, блядь. Отъехал. Отъехал. А, он тут главный, конечно, он же его будет бить, ну. Неужто держать стал пока что? Это пока что. Это вот что, гоблин, он слился с травы, я его даже не заметил. Отойди пока. А потом еще крис тянуть. Ой, сколько всего предстоит дерьмово. Ой-о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 й. Это не урон. Это дерьмо. Вон хорош, блядь. Блядь, этот, сука, злился, я его не вижу. Че я пройти к гному не могу поверху? Нахер отсюда пошел, блядь. 6 манны, алло! Вот это уже неплохо. Да не снимет он, сука, столько. Ради чего, да, напрягаться с этим гоблином, блядь.
Тун-тун-тун! Алло! Назад нахуй! Блядь, ебануться! Блять, вы только что ходили, сука, ну как это работает, блять, ну вы только что вы походили, блять, я и не покупал, только что походили, блять, да ты издеваешься, где хил, пиздай, они только что сходили, ну я не знаю, как это работает, только что, блять, походили, пидораса два, блять. Только что они сходили, блядь, какой идиотизм, нахуй. Сука, гонг ёбаный, мог походить пораньше, блядь. А, ну да, сколько дают, столько и это, ну как обычно, да. Ой, идиотия, блядь, сука, какого хуй... пидорас, блядь. Ну, вдвоем они, конечно, любого убьют с двух тычек. Вот отходит и второй, и пиздец. Ой-ой-ой, что будет дальше, я не даже ума не приложу, блядь. Ну, блядь, тварь, ну ты и тварь. Сука, того закрыл, пидорас, блядь. Ну почему они такие слабые? Да не отнимет он 6, как бы я этого не хотел, блядь. А мне некем бить, все, пиздец. Мне тупо неким бить. Да. Вот это да, блять. Дают просраться, ничего не скажешь. А толку его лечить? По два, сука, сносит и по два получает. Какой бред, блядь. Дебил, блядь. Тупорылый, сука. Не, надо заканчивать, ребятки. Надо заканчивать первую серию. Я манал. Нервов не хватит, блядь. Нервов не хватит, нахуй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Это лютый пиздец. Да, еще, конечно, пати не максимальная еще, из-за этого сложно, но это пиздец. Сколько ж в конце у них будет здоровья, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Не с таким справлялись, похер вообще. Опыт, как я понял, не переносится, и вещи, походу, не передаются автоматом. Что тоже печально. Ну да, не передаются. Блять, тут деньги же где-то были. А, вот они. А по уровням что, так же все печально? Ну, блядь, ну вы могли хотя бы по уровню накинуть, ну ёбаный рот, ну это пиздец, блядь. Ну это оригинал, просто больше хп врагов. Ну да, пройдем, попробуем, ну, блядь, что-то... Пока никаких отличий больше я не вижу. Если это так, то это скучно. Забыл. Забыл. Ладно, заканчивать надо заканчивать. Надо заканчивать. Блять, а чё ж мне зомби придётся делать во второй главе? Блять, это пиздец. Это пиздец. Это пиздец! А, их сместили отсюда сюда. Ну, я понял. Пять кентавров, это ёбнище. Ладно, ребятки, все, давайте на этом закончим. Следующую серию продолжим. Так что подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, смотрите влоги. Если вам до следующей серии. Всем пока. Это пиздец. Будем играть.